Показываю, что я ем на свои обычные будни. На завтрак вода с лимоном натощак. Сегодня очень жарко, 30 с лишним градусов, поэтому я пью много воды. Но в конце концов решила сделать свой любимый раф с сиропом попкорн. Это просто божественно. На перекус съела 3 хлебца и печень трески. Хоть выглядит она не очень, но она очень полезна, очень полезные жиры. Потом у меня были вот такие вот куриные котлетки с перепелиным яйцом и овощной салатик с кукурузой. Меня прям радует, что сегодня в моем рационе много белка, потому что сейчас я тренируюсь, и мне это необходимо. Мне захотелось сладкого, поэтому у меня идут такие кокосовые чипсы в шоколаде. Я их уже рекомендовала, это просто суперский перекус для сладкоежек. Под конец рабочего дня пью еще один капучино и еду домой. А там меня ждет часовая силовая тренировка, мне очень жарко, и я очень устала. И я с радостью съела этот пломбир типа вареньки. На ужин ела овощи и буженину. Честно говоря, только мясо мне и зашло, и съела пару вот таких хлебцов. Они просто суперские.